Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Давай, первый день впечатления. Нормально? Да, все хорошо. Поднялись, дышим. Наслаждаемся видом. Вот мы оттуда пришли. Вон наш лагерь. Здесь на сегодня финиш. Потому что погода. Туман, какой-то облака. Есть опасность, что все закроет небо. Все, на сегодня хватит. 21 килограмм. Охренеть. У тебя 21 килограмм? Да. Что вы там сделали, расскажи. Мы сделали то, что хотели. Что там, ширинка расстегнута, да? Да. Вентиляция. Ну расскажите, Игорь Валерьевич, ваши ощущения о пройденных 12 километрах. Вы сейчас на высоте 4400 метров в базе в первом лагере пика Ленина. Ваши впечатления? Мой организм близок к смерти. Так. Вот. Хотя я вижу красивую задницу. Так. Мужскую или женскую? Женскую. А как ты ее отличал? И сдается мне, вот, силы резко восстанавливаются. Как бы просыпается инстинкт продолжения рода. Ага. Вот. Ну, до встречи во втором лагере. Я тебя жду там. Sometimes
nights in the middle of June. Heatwave's been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better. Оргазм альпиниста. Вот он. Носы зажимаем и кайфуем. Выдохни, выдохни, вопрос. Молодец. Чтобы вот так не передергивало, то есть делал шаг, следующий шаг. Роман Игоревич преодолевает трещину. Давай пятерочку. Тен. Жумарим по ледопаду. Прошли две веревки. Осталось немного. Совсем он Ромка перестегивается. Ребята тоже. Начинает светать. Высота 5000 метров. Идем 4 часа. Из первого во второй лагерь. В связке. Вот такие вот тут трещины. Виды, конечно, шикарные. Но ледник весь расходится, открыт. Вот так вот. Ром, выбирай веревку сам. Да переступай ее уже. Нельзя, конечно, так делать. Но для видео можно. Ну вот такие вот трещины сейчас. На леднике и Калинина.
где-то вот там веревки. Рома работает, заплатил деньги, чтобы поработать. Живые. Еле идут там, да, вообще? Ну, идут, и слава богу. Три девчоночки. Пойду тоже, может, встречу помогу ничем. Он шерпа побежал. Миха. Йоу, Миха. Идем, идем. Вон туда мы идем. Большого гребня будет сильный ветер. Рассвет. День, когда погода наладится. Время 7:20. Миха, что-то там отсасывает у кого-то, ну бывает. Все. Так, время 9, мы под ножом. Миха вот инопланетянин, нож, соответственно, вот этот. Состояние good, ветер почти стих. Так что в целом жизнь наша налаживается. Впереди два чеха и один необузданный летающий объект. Мы пока его не догнали.
За нами больше, похоже, никого нет. Ну, по крайней мере, в обозримом прошлом. Все, высота где-то, не знаю, 6500 может быть. Но, в общем, мы достаточно высоко. Пришли мы вот оттуда. Миха на ноже замарит. Мы уже где-то очень-очень высоко.